Всем привет, с вами я, Рекан, и сегодня мы продолжаем прохождение игры Scrap Knout. В прошлой игре мы выполняли там некоторые миссии по очистке данной территории, чтобы у нас воздух был нормальный, да, чтобы мы могли по территории нормально бегать. И закончили мы на том, что нам сейчас придется защищать нашу базу, да, то есть у нас пошел таймер, отсчет времени 2 с лишним минуты у нас осталось до нападения вот этих роботов на нас. Так, я так понимаю, с турелью у меня проблемка, потому что я, скорее всего, просто неправильно начал их строить. Так, а как мне их уничтожать? Вот это жесть сейчас будет. Все, мы уничтожили турель. Так, теперь нам нужно сразу строить защитную, опять защиту нашу. Жуткая турель нам не нужна, плазменная башня, вот. Так, также мы сразу здесь ломаем вот это и вот это. Так, сразу мы это все собираем и отстраиваем в новом месте, потому что эти ироды сейчас придут и нам все тут разбавят. Так, аккумулятор есть, турель защитная есть. Так, неплохо было бы сейчас сразу еще построить одно здесь. А почему я не могу здесь построить? А потому что здесь, мать его, дерево. Да подождите, вы, еды не хватает, тут не хватает всего остального. Троечка, троечка, троечка. Сейчас лопатой быстренько выкапываем. Все, на грибу, нахавайся быстрее. Все нормально. Так, сразу. Так, где у нас здесь ветряк? Ставим. Ставим батарею. А у нас одного не хватает синего рубина. Ё-моё. Все. Все пропало. Ну, давай тогда смотреть, что у нас есть по инвентарю. Чем мы хотя бы тут сможем сейчас защищаться. То есть нам нужна в любом случае какая-то сейчас дубина. Так, молот. Молот мы тоже можем сделать. Утильная булава. Да, в принципе, смотри, мы тут можем нормально сейчас сделать все. Все, инвентарь. Вот ее перемещаем на первый слот. Так, где, откуда? Куда нагасит? А, это... Блин, я думал, это... Стоп, подожди, где моя турель? А, одна, вторая, все, я понял. Вот, две турели. Так, все, одну атаку мы, получается, отбили, да. Теперь, а, кстати, нас чуть не загасили. Поэтому давайте... Кстати, все ресы, которые я сюда выбрасывал, они все нафиг пропали. То есть вот тебе и результат получается, да. Угу. То есть без сундуков тут все пропадает. Окей, ладно, хорошо. Жалко. Там ресов реально было очень много. Я как-то об этом не подумал. Я думал,
оно все сохранится, но ничего не сохранилось. Ладно, получается, надо нам крафтить сундуки. Так, я сейчас тогда предлагаю заняться постройкой базы, да? Раз уже такие дела, надо делать сундуки и крафт складывать туда. То есть сейчас нам надо заняться хотя бы полностью постройкой базы, нормальной базы, нормального домика. Ну давай вырубай дерево. Так, итак, давайте накрафтим досок. Сразу же. 70 досок нам сейчас на первое время, я думаю, хватит чего-то там построить. Так, выбираем центр. И по центру начинаем фигачить нашу базу. Давайте немножко сделаем. Стоп. Что? Мне еще камни нужны? 6. Окей. Давайте сделаем камни. Добудем. Точнее, не сделаем, а добудем. С этой стороны. Да подожди ты, сейчас я поем. Капец, там столько ресурсов было просрато. У нас есть какая-то консервная банка, суп какой-то вот, чтобы он наелся уже. Все нормально. Так, строим пол. Не знаю, правда, все. Каких ресурсов мне теперь не хватает? Стоп, подожди, у меня всех ресурсов хватает. А, здесь, я понял, ветка лежит. Из-за этого она мне не дает построить дальше. Окей, хорошо. Так, камней все, да. Ну, я понял по логике вещей, что да, с камнями у нас проблема. Так, нам нужно найти камни. Вот камни. Нет, это не камни у нас. Вот камни лежат. Сейчас добудем камень. Он с левой стороны тоже какой-то камень лежит. Тоже его разобьем. И обязательно сейчас займемся постройкой сундуков, чтобы наши ресурсы больше не пропадали. И... Ты куда так отлетаешь сильно далеко, а? Блин, попался один тут, летит ко мне. Все. Так. Собираем весь утиль. Ну, и что ты камень... А, слишком далеко. Я думаю, может, уже булава не такая, точнее, кирка не такая. Так, ты камушки не пропускай, дружище. Не хочется бегать их там где-то еще искать. Хотя вот я смотрю внизу, есть у нас еще по карте 3 камня вроде бы. Все, давайте сейчас попробуем еще достроить. А потом уже займемся стенами. Сделаем для начала... Я только бы сделал 4 на 4. Так, залезть я не могу. Чего не хватает? Опять камней не хватает. Я понял. Побежали добывать камни. Вот здесь где-то внизу, судя по карте, они лежат. Отлично. Да, вот они. Главное, чтобы теперь дерева хватило. Так, я так понимаю, нам теперь просто лишние ресурсы не надо стаскивать в таких количествах, да? То есть вот есть что-то использовали, что-то израсходовали. Надо обязательно построить турели, которые будут защищать нашу базу. Нормально защищать. Тянуть наш деф.
кстати, если на... Сейчас, что я хотел сказать, если на стены понадобятся тоже камни, то это, конечно, очень, не очень сильно много надо будет всего. Ладно, давайте пробовать. На стены, нет, на стены нам только дерево. У нас получается только пол и ступеньки идут с камнем. Все, ну ход мы стандартно, наверное, сделаем снизу. Снизу как-то лучше забегать на базу, да? Как-то я ее не центрированно сделал, эту базу свою. Надо было в эту сторону уходить немножко. Потом перенесем все столы, полностью все перенесем. Сейчас нам еще немного надо камней добыть. Кстати, это у нас кварц. Кварц нам пока не нужен. То есть не будем пока добывать то, что нам не нужно, потому что у нас сейчас на самом деле и ящиков нету, сундуков, да, чтобы все это складывать. Вы видели, один камень куда-то улетел. Мои ресы улетают неизвестно куда. Так, и вон справа я вижу еще один камень. И я думаю, нам его... Тихо, ты куда? И нам его как раз будет, в принципе, достаточно. Есть. Ладно, коль уже здесь, давайте этот сразу разобьем. Неправильно мы стали, не достает или перестает. Так, все отлично, побежали доделывать, достраивать нашу базу. На бегу собираем ресики. Кстати, вот этот стол алхимика мы сразу с вами разваливаем. Вот это мы тоже разваливаем, собираем все. И строим здесь пол. Досок не хватает. Вы серьезно? Очень плохо. Кстати, а деревья, я так понимаю, в катках выращиваются специально для того, чтобы, ну, не бегать, да? Ну, неужели здесь будет, может быть, нехватка деревьев? Мне кажется, они здесь реально регенерируются постоянно. И леса здесь столько, что не будет такой надобности, что у меня будет не хватать деревьев. Я думал, это плодовые какие-то деревья я сажаю. А оказывается, нет. Поэтому я считаю это такое бесполезное. Так, давайте смотрим. Здесь нам необходимо... У нас сейчас кирка поломается, у нас здесь сейчас топор поломается. Так, железный топор. Давай сразу железный топор изготовим. Есть. Топор мы сделали. И у нас поломается сейчас кирка. У нас нет, кстати, с вами лопаты. Мы ее сделали, и у нас... А, вот смотрите, утильная кирка. А, сильно дорого она стоит. Все, тогда получается, делаем. Так, видимо, из-за количества предметов, которые у меня уже здесь собрались, я не могу ничего сделать.
Два семена выбросим. Доска. Стой, подожди, но я же семена выбросил. Или не выбросил. Все. Все, доску мы забрали. И теперь нам надо сделать большое количество досок. Все. Теперь мы делаем наш пол. И делаем вход в нашу базу. Ступеньки. Сделаем вот так вот. Так, теперь нам нужно все это облагородить стенами. Кстати, мне вот интересно, какая разница на самом деле, вот деревянная стена, либо же деревянное окно. Ну, проем, ладно, я понял. Это нам входная группа здесь будет, да? Она у нас одна. Угу. Вот деревянное окно. Давай сделаем деревянные окна везде. Блин, нет, не везде. А, мне уже и досок не хватает. Поскольку их нужно? По 4 и здесь по 4. Здесь одинаково. Вот это надо разбить. И это надо забрать. Я понял то, что нам здесь понадобится очень много досок. Очень много. Овер. Овер много. Да что такое? Что ты будешь делать? Почему я сегодня такой кривой? Еще не ту кнопку нажимаю. Что, опять? Да не гоните вы, ребят. Защиту, защиту, защиту. Ну, я не знаю, на самом деле там турель может сильно и не спасет сейчас ничего, да? Так, для турели здесь у нас что? Мы здесь тоже можем, кстати, что-то построить. А, у нас не хватает синего кристалла. Все, я понял. И, кстати, нам нужно что-то подумать с едой. У нас еды, в принципе, катастрофически, я считаю, них не хватает. Семена дерева, топор. То есть нам надо где-то готовить хавку. Неправильный предмет. Что я сюда вообще должен складывать что-то, да? Вот 9, допустим, да? То есть я 3 положил предмета, и оно там что-то варится. Просто интересно, что оно наварится. Если так, у нас гриб дает сколько? 3 и 2. То есть я положил сюда 3 гриба. Оно мне что-то должно сейчас дать интересное. То есть поболее, да? Грибной суп оно мне дало. 3 и 2. То есть это 9 и 6, по идее. Нет, смотри, все равно выгоднее. То есть грибы варить очень выгодно получается. Кстати, прикольно. Нет, 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 нет. Грибы не надо было хавать. Мы будем их варить все-таки. Так, подождите, я немножко запутался. А, что мне нужно? Мне нужно, мне нужно. Мне нужно синие кристаллы где-то получить. И мне нужно дерево. Очень много дерева. Очень, очень, мать его, много дерева. Все, вырубываем. Ну что ж, будем сражаться так с рогами. Ножом, топором, разными способами. Пока месь у нас есть. Нужен топор, но... А я тебе что, топор не дал? Вот, на тебе топор. Сейчас он через 30 секунд ко мне в гости пожалует.
Началось. Где вы тут уже? Летите ко мне. Вот-вот-вот, двое я вижу. Все. Тихо-тихо-тихо, ты куда его отбрасываешь? Это ж рисики. Надо их все собирать, все аккуратненько, чтобы все было на базе. Кстати, вот синие кристаллы реально надо сейчас пойти, наверное, в ту шахту, в которой мы были, помните, в первой серии. И реально там понасобирать немного синих кристаллов, чтобы построить вокруг базы немного турелей. То есть защитные постройки, они должны быть нормальными. А не так, что у меня там с одной стороны стоят, с другой нет. А, инвентарь переполнен, отлично. Давайте делаем сразу доски. Так, все, 38 досок, отлично. Входим в режим строительства. И начинаем фигачить стены. Так, нам еще немножко стен осталось. Совсем немного. Кстати, давайте, наверное, кирку выработаем. А не, я ее так не выработаю. Я думал, там несколько ударов понадобится, а потом же понял, что в принципе, да. Надо немножко больше будет лупить по нему. Так, доски, доски, доски. У нас, кстати, еда заканчивается опять у нашего героя. Сейчас надо будет, кстати, три котла сделать и из трех котлов в трех котлах варить эти грибы. То есть, реально классная штука. Она очень неплохо восстанавливает энергию. Мы переполнены. Как-то мы быстро переполняемся. Мне кажется, у меня тут сложено что-то лишнее. Давайте посмотрим. Да, у меня семена лишние. Да, в принципе, такого больше лишнего ничего нету. Блин, ну досок я реально мало собрал. А почему оно вот не суммировалось все? Тут реально можно было бы еще что-то понасобирать. Как-то оно вот все через одно место получилось. Давай пока тоже немножко вырубим деревьев. Так, вон грибочек у нас сверху есть. Так, грибы тоже, кстати, собираем и сразу же варим с них жорло. Так, я думаю, нам 60 досок, по идее, должно хватить, да, для изготовления фасадной нашей части. Я, кстати, на это очень надеюсь. Да, нам хватило. Отлично. Теперь мы свободно можем с вами построить сундуки. Там, где у нас находятся сундуки. Блин, они просто, получается, на одну эту ставятся по одной штуке. Ну, как это неудобно.
Да, и у меня, естественно, не хватило досок, я понял, окей. Ресурсов. Так, ладно. Мы можем перебросить металл сюда, мы можем перебросить электрику сюда. Так, топор мы обязательно бросаем сюда. Семечки нам надо будет выбросить. Они нам не нужны. У нас есть два топора, даже три. У нас есть кирка. Так, доска, какие-то кислородные здесь баллоны, которые нам не нужны. Металлические слитки, медные точнее. Все, семена выбрасываем. Здесь тоже семена валяются, они не нужны нам. Абсолютно. Так, грибов у нас всего лишь два. Поэтому мне что-то нужно еще собрать. Еще какой-то гриб один. Для того, чтобы там еда у нас сварилась. Да, здесь у нас поблизости ничего такого нет. Окей, ладно. О, кстати, давайте морковку туда закинем. Будет же что-то. О, что-то будет интересное. Что-то другое сварится у нас. И, кстати, по поводу печек. Сколько мне нужно? Так, 4 металла. То есть я считаю, самое оптимальное. Сейчас можно сделать 3. 3 вот таких походных котла, да? Стоя, консервная машина. 5 металла. Дайте мне 5 металла. Кстати, вот это мне очень интересно было бы сейчас сделать. Ладно, как-то так, сейчас все организуем. Консервировать мы то, что сможем на самом деле. Вот что интересно мне. Так, металл мы складываем обратно. Он нам сейчас не нужен будет. Мы забираем здесь супец. Чем плох суп, тем что получается, смотрите. Он всего лишь один берется, да? То есть я не могу там их взять, несколько сделать. Вот этим он, наверное, скорее всего, плох. Кстати, у нас где-то пропала наша штука, с которой мы вытаскиваем семена. А, семена моркови вот есть у нас. Угу. Семена цветной капусты есть. Появились. Так, есть. Это мы сделали. Я очень хотел бы все-таки сделать автополив. Ну, для автополива, я так понимаю, мне нужен синий кристалл, да? То есть для аккумулятора. Верстак у нас есть. Ветряк, точнее. Но мне нужна вот эта штучка, синий кристалл. Если не ошибаюсь, его мы видели, кажется, только... Кстати, а кирка у нас есть еще одна? А то мы так побежали резко. Но у меня кирки нет, у меня сейчас кирка поломается, и буду я... Нифига не делать, как говорится, да? 8 досок, 10 досок, ничего себе, у меня тут досок. 3 железа мне нужно. Доски, не знаю. Доски, наверное, пусть остаются пока. Но кирка мне нужна. Все, побежали. Побежали. Кстати, мы сейчас здесь скинем нашу еду. Та, которая цветная капуста, морковка. В принципе, мы и без нее сейчас нормально пока не справимся. Если я не ошибаюсь, где-то здесь я видел вот эти синие кристаллы.
Так, это у нас все медная руда, она пока мест нам не нужна, это для плавильни нам понадобится. Кстати, нам понадобится еще уголь. Вот синие кристаллы, отлично. Блин, они, конечно, так разлетаются, просто ужасно. Я теперь достать не могу то, что туда улетело. Так, здесь строить нельзя. Блин, я в кнопках немножко запутался. Не то нажал, да. Все, теперь нам кирку можно сюда поставить, да. Скорее всего, здесь какие-то у нас враги будут сейчас. Давайте возьмем несколько кристаллов, чтобы можно было построить защитное сооружение. И вот эти... Да что ж ты туда улетаешь, елки-палки. Вот. А, я подобрал его, отлично. О, грибы. Так, утиль собираем. Утиль нам понадобится. Так, сразу синие кристаллы. И, кстати, мы здесь даже сразу можем с вами уголь забрать немножко. Для печек, для наших. Те, которые будут варить нам еду. Уголь долго добывается, кстати. Мне интересно, насколько больше будет хватать... кирки, та, которая идет уже более с апгрейдом. Ко мне тот друг прилетел. Все. У меня минус. Минус дубина. Минус синяя дубина. Железная руда нам пока не нужна. Грибочки мы заберем. В любом случае, да. Мы заберем сразу угольную руду. Кстати, мы можем сразу супец с вами лупануть. Минус 40 голода. Сейчас немножко поизматываем кирку нашу. Блин, ну давайте спустимся вниз, посмотрим, что там. На этаж ниже. О, вот здесь уже какие-то фиолетовые есть. Вот здесь что-то нужно. Резервуар для воды. Печь. То есть сюда мне нужно загрузить уголь, туда воду. И что-то там произойдет. Мифриловая руда. Ну, я думаю, она пока мне не нужна. Да. Мы пособираем, грибы пособираем, кирку немножко мы здесь подобываем, все. А, нужна кирка уже другая, все. Уже другой уровень кирки мне нужен. То есть мой уже не катит. Ну и ладно. Здесь вообще мне нужна кирка получше, он говорит. Согласен с тобой, дружище. Кстати, железная руда. Раз мы уже эту серию угробили на улучшение базы, может, мы действительно сейчас сразу и железо закрафтим. Слитки себе там сделаем. Какие-то модные. Давайте посмотрим.
раз мы уже спустились сюда. Очень, наверное, хотелось бы сделать автополив, чтобы овощи, овощи сами созревали. И ты, в принципе, клац, без вот этого своего участия таскания ведер с водой, ты мог свободно собирать урожай. А медную руду я добывать не могу, мне нужна другая кирка, я понял. Медная руда тоже. Камень. Ну, давайте камень, наверное, соберем. И побежим наверх. В принципе, кристаллы мы пособирали, все пособирали. Нам остается только вот этот, вот эта мелочь. Потому что в любом случае нам сейчас камушки понадобятся. Да куда ж ты так отлетаешь? Там далеко отлетел. Там я его не найду. Так, все. А, стоп, какая руда? Вот, золотая, смотрите. Хорошо. Так, железо. Железо тоже добываем сразу. Разрешили уже сейчас печь сделать, чтобы плавить железо. Слишком далеко. Хорошо, подойдем ближе. 10% у меня осталось кирки. 4. То есть мне как раз хватит сейчас на вот этот кусок разбить его, и все, и минус кирка. Ну ничего, мы сейчас прибежим домой и спокойно ее сделаем. Все, да, кирка минус. Побежали на базу. Кстати, блин, вот синие кристаллы. Можно было синие кристаллы лучше разбить, чем... Ладно, что сделали, то сделали. Фигня вопрос. Поднимаемся наверх. Все, а теперь побежали делать... Во-первых, защитное сооружение. Задефимся немножко, да? Немного сделаем деф. Вот здесь я хотел бы по углам как минимум это все сделать. Верстаки мы сейчас перетащим на базу. Металл я уже здесь собрать не могу. Его очень много уже. Так, и теперь, в принципе, давайте вот немножко постройкой займемся. Дефом нашей базы. То есть где-то здесь на уголку. Уголок мне нужен. Чтоб не уволок. Так, ставим акум. В идеале, конечно, два. Интересно, будут они заряжаться оба или нет? Нет, оба они будут заряжаться от одного. И я бы хотел бы, наверное, где-то вот здесь, вот, чтобы у меня стояла пушка. Да, вот так. Кстати, зарядилась, смотрите. Зарядился акум. Значит, мы можем сделать, знаете как, по-интересному. Мы можем вот сюда закинуть еще один акум. Он все равно подзарядится. И поставить вот сюда плазменную панель. То есть они будут перекрывать друг друга. Да, немножко дольше будет зарядка идти, но тем не менее оно будет работать.
Так, по нашему огороду. Что мы делаем по нашему огороду? По нашему огороду мне нужен автополив. Автополив, он, скорее всего, где-то здесь находится. Резервуар для воды, это мне нужно, это мне не нужно. Блин, опять у меня началась голодовка. Что мне тут можно перекусить? Давай консервы перекусим. Все, консервы перекусили. Но, кстати, мне очень нужно будет что-то с едой думать. Потому что с едой реально, получается, будут сейчас траблы, проблемы какие-то. Так, вот здесь вот мы ставим ветряк. Вот здесь вот мы ставим аккум. Все, мне не хватает электродеталей. Кстати, это уже последние мои электродетали. Поэтому нужно сейчас распорядиться ими очень правильно. Очень-очень-очень. Давай камни немножко выложим. Камней у меня очень много. Надолбили мы в пещере их достаточно. Кстати, вот что интересно мне сейчас будет сделать. Стоп, подожди, я же где-то морковку взял. А, вот морковка у меня. Давай вот это переместим сюда, сюда, сюда. Нам сейчас кирку надо сделать. Однозначно. Так, 6, 7, 8. Стоп, подожди, подожди, подожди. Не надо этого делать. Синие консервы мы взяли. Синие, синие консервы. 30, 20. А, блин, я нечаянно нажал. Так, 30, 20. Это мы всего сделали по одному, да? А если мы сделаем 3 синие капусты? Мы взяли зеленые консервы. Кстати, если мы с цветной капустой делаем все, то оно намного лучше получается. Вот такие вот дела. А если мы сделаем с восьмерки? 3. Мы забираем зеленые консервы. Это тоже очень хорошо. А если мы все сделаем с семерки? Мы забираем коричневые консервы. Они у нас слабенькие. 20-15. Ну, в принципе. Я считаю, это тоже как бы неплохо. Ваша база скоро будет атакована. Ну и ладно. Я думаю, мы это как-то переживем. Если они атакуют нашу базу, будем как-то отбиваться. У нас кое-где сейчас турельки стоят. Я думаю, ребята будут немножко отстреливаться. У нас единственное... А, у нас даже... А, у нас вот эта сторона не защищена. Давайте сюда, наверное, турель все-таки поставим. Мы можем даже две вот так турели поставить. И все будет окей, я думаю. Так, поливочная машина. Мне нужно для нее 2 золотых чипа. Все, я понял. На этом мы и застопоримся сейчас. Почему? А потому что у нас нету кирки. Для выдалбывания золота. Но
Блять, я сейчас даже ж не могу, получается, сделать ведро себе. Правильно? Стоп, подожди, я что не могу в хату забежать? Йоу. Потому что я все верстаки поразбирал. Жесть. Стол оружейника. О, как-то здесь не так. Я могу здесь пробегать? Да, я могу здесь пробегать. Так, у меня металла, получается, не хватает, да? Так, оружейник мне пока не нужен. Мне нужно... Мне нужна хорошая кирка, утильная кирка, да? А для этого мне нужно два слитка. Для слитков мне нужна плавильня. Давайте посмотрим, что у нас строится для плавильни. Электрическая печь. Здесь вы можете расплавить сырье. То есть три металла мне нужно. Три металла. Все, на тебе металл. И плавь сырье себе на здоровье. Вот здесь где-то подсоединяю его. Электрическая печь, аккумулятор. Потом, если что, переставим все это. Я думаю, все это не проблема. Так, теперь мне нужно переместить сюда металл. А, она долго плавится. Стоп, где-то здесь бегут, где-то бегут. Все, не бегут, забрал. Забрал, разобрал. А мы можем еще одну печь построить? Да, мы можем еще одну печь построить. Блин, я думаю, потом мы все это немножко облагородим, перенесем. Все будет нормально. Сейчас главное расплавить, получить слитки вот эти металлические, да, железные. А дальше уже разберемся. Да, жаль, что нельзя очень много набросать, чтобы оно все плавилось сразу там по целым стакам. Было бы прикольно, конечно. Так, получается, очень много времени на них уходит. Ну ладно, сейчас разберемся. Мы можем немножко подхавать, утолить свой голод. Ну, когда у нас уже есть слитки, это уже очень хорошо. Значит, мы сейчас сможем нормально себе кирку сделать и спуститься вниз, позабирать там золото. Кстати, вот что нам немаловажно, мы сможем забрать золотые вот те штучки, золотую руду, и переплавить ее в печах наших. Выбрать предмет. Четверка. Есть. Это мы уже переплавили. Кстати, у нас здесь еще есть руда. Нет, руды у нас нет. Значит, очень классно, что в печне надо подбрасывать еще уголь. То есть она плавит на электричестве. Это очень классно. И что, кстати, в аккумулятор не надо подбрасывать. Я надеюсь, не надо подбрасывать синие кристаллы. То есть ты один раз построил, и они постоянно работают. Мне тоже кажется, это очень классно. То есть расходники, получается, у нас минимальные.
Так, давайте побежим, посмотрим, что... Посмотри, почему я не могу попрямую забежать? Чё за бред? А, стоп, нам подожди, оружейник не нужен. Оружейника мы сейчас все равно смастерим что-то. Но здесь есть кристальная кирка, да? Но мне нужно два золотых слитка. И еще и книг полно мне нужно будет. Утильная кирка. Вот. О боже, тут столько кирок еще. Ага. Ладно, давайте вот эту кирку изготовим. Все, то есть мы ее в принципе сделали, да, она у нас уже есть. Поэтому мы можем смело сейчас бежать в... Сейчас тогда еще пару слитков доплавим. Мы смело можем бежать в шахту, туда вниз спускаться и выбивать вот то последнее, то, что у нас там осталось. Кстати, можно даже использовать две разные кирки. Одну кирку ты используешь там для легких предметов, для тех же камней, да, чтобы не использовать вот эту хорошую. Хотя, если на ней будет минимально тратиться предметов, то я думаю, там можно даже и не заморачиваться насчет этого на самом деле. Так, я думаю, металл мы можем сейчас выложить. Он нам сейчас не нужен будет. А, так, топор есть. Кирка есть. Еда у нас с вами есть. Это очень, кстати, тоже хорошо. Электрические детали мы оставляем. Металл мы оставляем. Мы даже это оставим. Давайте вот это тоже поставляем. Это нам тоже не нужно. Все, сейчас по максималочке там зайдем. Закрафтим, что нам нужно. Добудем. Добудем золотишко. Вот. Кстати, смотрите, железная руда, золотая руда. Мы сможем ее добыть? Да, кстати, вот золото мы уже можем добывать. Мы потратили 4%, да? 4% на золотую руду, а на железную руду, интересно, мы столько же потратим, либо же будет в процентном соотношении меньше. Да, блин, мы тратим столько же, то есть... То есть можно, в принципе, да, делать две кирки и двумя разными пользоваться. Ну, это если брать в целях экономии, да, но на самом деле, я так понимаю... Медь нам тоже, кстати, нужна будет сейчас с вами. Поэтому добываем сразу медь. Но в плане того, что таскаться будет две кирки, это занимать собака лишний слот, как-то вообще не камельфо получается. И я думаю, тех камней, которые можно там где-то сбегать, понабивать немного, да. Я думаю, их в принципе априори должно хватить на какие-то там свои рабочие моменты. Так, все, побежали дальше. Посмотрим, здесь мы ничего не забыли, не пропустили. Железо. Железо нам пока не нужно. Утиль забираем. Утиль нам нужен. Внизу мы сейчас пособираем эти кристаллы. Мне нужна кирка получше, я понял. Золото мы сейчас позабираем. Мы построим золотые чипы, чтобы у нас был автополив. И мы могли быстренько делать консервы из цветной капусты из той же. Или из морковки, да? Очень хорошо, что нет времени. То, которое отводится для испорченных продуктов. Ну, в плане того, что не портятся продукты, те, которые мы... делаем.
железную. Ладно, давай уже добудем и железную руду. Я думаю, там проблем не составит нам сделать еще одну кирку. Так, здесь третий уровень. Третьего уровня у нас пока нет кирки. Пока месь есть только второго уровня. Поэтому добываем то, что добываем. Где-то она здесь пропала, провалилась. Железная руда. Все, достали из-под скалы. Так, это третий уровень. Ага, медяху обязательно не забываем. Кстати, ему надо будет сейчас сразу взять, переплавить в слитки и закинуть туда в сундуки, пускай оно в сундуках валяется. Я думаю, оно сейчас как раз нам все это и пригодится. В третьей серии мы как раз пойдем по сюжету, сейчас немножко обустроим нашу базу. А в третьей серии уже можно идти полностью по сюжету, потому что мы сейчас запасуемся ресурсами на, я думаю, на достаточное время. Хотя посмотрим, я бы, конечно, честно говоря, хотел бы, ну, намного сильнее сделать деф базы, чтобы можно было вообще не париться за ее защиту. Все, троечка. Да, все, здесь ничего не осталось, здесь единственное... мифриловая руда у нас осталась, но ее сейчас мы добывать не можем, поэтому выбегаем из... О, кристаллы синие, чуть не пропустил. Так, туда ничего не упало, ничего не упало. Все, поднимаемся наверх. Грибочек забрали. И мы смело с вами можем переплавлять руду. Все. Руда пошла в ход. Кстати, это сразу золотая пошла в ход. Да, мне надо сейчас, кстати, ведро сделать, полить наши... Ведро там делается, кажется, мне нужно дерево, если не ошибаюсь. Немножко, кстати, сразу даже и очистим нашу зону, нашу территорию. Тем самым. Так, инвентарь переполнен, окей. Золотые, золотые. Так, мне нужны два золотых чипа. Мне нужны два золотых чипа, мне нужно одно долбанное ведро. А, кстати, чипы, наверное, все-таки я здесь изготавливаю, да? Да, вот они, вот они, вот они. Золотой чип. Мне нужно две микросхемы. Правильно, для автополива. Вот автополив. Да. 2. Это 4, 7. 7. У меня только 6. Ё-моё, 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 ё-моё. Чего-то у меня не получится сделать. Нет, мне нужно 2.
Да как он может быть переполнен? У меня же там было, место появилось. Вот восьмерка. Все. Так, пятерка. Плавим предметы. У меня ресурсов больше там никаких нет. Так, здесь ничего нет. Все, я понял. Давай эту консерву съедим, она такая себе. Такая себе, никакая себе. Блин, как-то сбоку надо заходить, все время привыкнуть к этому. Бедро. Золотой чип. Все, есть. Но автополив все равно я, получается, не смогу сейчас сделать. Из-за того, что у меня нет одной электросхемы. Кстати, давайте рубанем одного челика. Я думаю, с него все нормально выпадет сейчас. Стоп, как-то не выпало. Блин, у меня реально столько чипов, походу, на земле валялось, когда... Так это что? Это кварц. Кварц мне пока не нужен. Не будем расходовать материал. Так, ну это моя база. Вот электрический утиль мы нашли. Отлично. То есть я считаю, это очень хорошо. Это что у нас? Это у нас медь. Ладно, меди у нас пока достаточно, но в любом случае будем понимать, где она растет. Вот эти деревья надо их повырубывать, поубирать там все это, потому что оно не нужно. Так, теперь давайте посмотрим, как мы можем разместить вот эту штуку. Стоп, это всего лишь... Та часть, которую оно будет захватывать. Давай посмотрим, насколько здесь хватит. Кстати, семена у нас есть. Мы можем что-то посадить? Нет, мы ничего не можем посадить. Побежали плавить. Если кто знает, какие классные рецепты для консервной машины, напишите. Буду благодарен. Камней мы тут уже достаточно с вами понасобирали. Что у нас тут по золотишку? По золотишку все нормально. Шестерочка, да? Что это у нас будет? Это у нас железо мы плавим с вами. Хорошо. Медяшка. Ведро мы можем выровнять, оно нам не нужно. А, стоп, как не нужно. Помните, там, где мы спускались в шахту, там нужно ведро воды. Ведро воды и один уголь. Кстати, мы там можем это свободно использовать с вами. По крайней мере, попытаться. 17, 19, все. То есть мы немножко здесь упорядочили все. И ждем, пока у нас поплавится.
печи работает довольно-таки быстро. Так, семян жалко, у нас здесь мало. Но с каждым приростом у нас добавляется плюс 3 семечки. И я думаю, мы в этом проблем ощущать, по идее, скоро не должны. И вот эту технику всю, наверное, надо будет вынести немного на передовую, чтобы она защищала ту же самую поливочную машину, которая нам понадобится, да? Немного за кадром покрафтил себе слитки, получил оповещение о том, что на нас сейчас будет происходить нападение. Я думаю, наши турельки сейчас выдержат его. А если нет, мы сейчас свободно поможем нашим турелям. Будем на себя мансить атакующих. И все. Пособираем теперь после них утильку. А, еще один бежит, да? За нашей душой. Все. То есть наши турели с ними свободно справились сами. Так, ну что, давайте последние слитки я тогда доплавлю уже, да? Так, что нам нужно? Построить навигатор. А где у нас этот наш странный навигатор наш? Находится, я думаю, скорее, вот он у нас находится. А у нас теперь не хватает металла и коричневых чипов. Три коричневых чипа, все, и у нас электрического утиля не хватает. Я понял. А я его сильно хорошо потратил на, скажите, на вот эти печи все, на турели. То есть теперь мне надо его где-то понаходить, электрический утиль. Все, я думаю, за кадром я пособираю электрический утиль, подготовлюсь к изготовлению вот этого вот навигатора, да. Ну, сегодняшнюю серию мы более посвятили созданию нашей базы, укреплению нашей базы, а следующую серию как раз, я думаю, мы посвятим уже сюжетному нашему прохождению. Поэтому не забываем ставить лайки, подписываться, комменты и делимся видосиком с друзьями. Все, всем пока-пока, до завтра.